спустя чуть более года после того, как он был практически неизвестен в международном фигурном катании, 18-летний американец Илья Малинин стал бронзовым призером чемпионата мира. «Один из самых переломных моментов в моей жизни», – сказал Малинин. Через 6 месяцев после того, как он исполнил первый четверной аксель в фигурном катании, он сделал еще один на чемпионате мира по фигурному катанию в марте, что помогло ему подняться на подиум вместе с чемпионом Шома Ун и серебряным призером Чай Джун Хваном. «Это сумасшествие, что в прошлом сезоне я говорил о том, как я очень хотел бы быть на этом подиуме на чемпионате мира, и теперь это действительно стало реальностью», – сказал Малинин в эксклюзивном интервью. «Шома вдохновил меня стараться быть лучше себя и всегда находиться за пределами возможного. И Джун, он один из моих многих друзей, он много работал». По словам Малинина, тяжелая работа предстоит в межсезонье, поскольку он продолжает работать над совершенствованием своего мастерства, которое в этом случае застопорилось. Самопровозглашенный бог квадов знает, что ему нужно больше, чем просто большие прыжки. «Я очень надеюсь, что в моем артистизме будет гораздо больше прогресса», – сказал Малинин. «Я хочу, чтобы люди видели мое мастерство и то, что я не просто какой-то парень, который прыгает». Также Илья Малинин дал интервью для телеканала Fox 45. «Спасибо, для меня очень много значит быть здесь. Это далеко от твоего дома? Где ты живешь?» «Я живу в Виене, штат Вирджиния. Я тренируюсь и отдыхаю в Вирджинии. Так что это очень близко к моему дому, где я сейчас. Это просто невероятно». «Тебе 18 лет. Ты сказал мне, что начал кататься на коньках, когда тебе было всего 6. Как это стало тем, что оно является сегодня? Как много ты тренировался? Любил ли ты то, что делаешь? Как все началось?» «Проделал намного тяжелой работы. Я благодарю своих родителей. Они со мной каждый день для практики. Они мои тренеры, и много значит то, как они были на каждом этапе моего пути. Это действительно подталкивает меня быть лучше, чем я есть. Бронза чемпионата мира – это начало. Мы хотим поговорить о туре. Кто катается с тобой? Многие фигуристы. Олимпийский чемпион Нейтан Чен и многие другие. Многие фигуристы здесь, и это такое прекрасное время, чтобы быть частью семьи Starrun Ice. Для меня очень много значит быть частью нового поколения в фигурном катании. И есть кое-что, что ты делаешь на льду, что довольно уникально и особенно. Я единственный фигурист, который сделал четверной аксель. Это прыжок в фигурном катании, где вы делаете рывок вперед и выполняете 4,5 оборота, прежде чем ударитесь о лед. Что заставило вас думать, что вы могли бы сделать это, зная, что никто прежде этого не делал? Было много отличных попыток других фигуристов из разных стран. Это действительно дало мне мотивацию попытаться проявить себя. Сколько времени это заняло, прежде чем ты наконец сделал это? И что ты думал, когда приземлил его? Это заняло часы и часы практики, каждый божий день, только для того, чтобы получить его. Когда я приземлился, я был так счастлив, почувствовал этот адреналин. Это сделало мой день. С того дня у меня гораздо больше мотивации продолжать кататься и пытаться продвигать фигурное катание.